Уважаемый господин президент, estimado señor presidente, estimadas damas y caballeros, queridos amigos mexicanos, es un gran honor para mí estar presente en este gran поздравить вас с 200-летием обретения мексиканскими Соединенными Штатами независимости. Мексика прошла серьезный путь становления государственности и развития демократических институтов, сохранения национальной идентичности. В декабре наши страны отметят 131-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. Российско-мексиканские связи всегда характеризовало стремление сторон понять друг друга, найти общие точки соприкосновения, что не требовало ни от мексиканцев, ни от нас отказа от своей самобытности. Накопленный Россией и Мексикой опыт плодотворного сотрудничества позволяет смело смотреть в будущее. Выражаю надежду на дальнейшее наращивание динамики российско-мексиканских отношений на благо народов наших стран. Еще раз поздравляю всех с праздником, за свободную и процветающую Мексику, за благополучие мексиканских граждан.